попали на остров. Так. Странно, после мувика у меня оборвалось видео, так что еще раз с вами поздороваюсь. Всем привет. С вами Зазу. Игра Jurassic Park. Trespasser 98 года. Так. Press Q to jump up. Окей. Блин, Q прыгать. Вау, игра выдает все 60 FPS. Удивительно. Так, а да. Left right. Окей. Так. Crunch. Так, заприсесть. Окей. И... Хо! Ука. Это, наверное, первая игра, которая имеет физику. Какую-никакую, а имеет. Так. Окей. Я несу. О, пала. Так. Черт, что это? А, за спину. Окей. Так. Типа мне говорят еще что-то поднять. Окей. В игре бегать нельзя. А, вот еще одна. Сейчас попробуем что-нибудь. Предлагает сделать. Только не понял, как вилдить, ибо такой кнопки не существует тут. Не, ну графика, конечно, тут Майнкрафта. Кстати, в этой игре есть одна просто отличная вещь. На то время даже, наверное, оригинальная. Сиськи. Вот. Идем все посмотрим. Сиськи, кстати, это сердечко, это мое здоровье. Что? Что было написано? Типа тренинг, я так понимаю. О. О! Жесть. Неплохо. Неплохо. Тут не было. The southern beach looked out over trackless ocean, down past Peru all the way to Antarctica. Ну там что такое? Так, меня заинтересовало. Опа. Видите, сердечко стало красным. Это значит, что пиздец скоро. Так, надо спускаться как-то.
Да, и тут реген есть. Прямо как в Call of Duty. Так, ладно, идем. Идем дальше. Идем. Где-то что? Must be one of the offshore islands. Cocos. One of the Cinco Muertos, maybe. Так. Окей. Блин, шутган. Eight shots. Она говорит, сколько патронов у меня. Heavier than I thought. Keep steady. So that's what that looks like. Дроп. Дига. Eight shots. Отлично. Seven. Пах. Six. Five. Four. Three. Two. 360. One. Жесть. Six rounds. Six rounds. Сюда. Six rounds. Ага, окей. Воу! Так, я нажал F. Он начинает кидать. Значит, можно покидаться и... камушками. Six rounds. Так, кляч патронов. Так. Six rounds. Блять, я ей руку сломаю. Six left. Maybe if there's a phone line or a radio. Навряд ли. Навряд ли здесь будет какой-нибудь телефон. Или радио. Очень сильно, навряд ли. Так. Блин. Engine. Some kind of... Wait. International Genetic Technologies. That was the company from the dinosaur trial. After the trial, that old guy, John Hammond, wrote a book. He said it was somewhere in Central America. My name is John Parker Hammond. I was born... Born on March 14th, 1928. Oh, no. Oh, God. This is Site B. This is John Hammond's Lost World. Так, значит, у нас левая кнопочка управлять рукой. Я. Стоять. Так. Правая кнопочка дропнуть что-либо. Q у нас прыгать, Z у нас присесть. R. Вот, я видел реплей. Oh no. Oh god. Это голос. This is Site B. This is John Hammond's Lost World. There must have been something in the memoir. A Nobel Prize or a financial empire waits somewhere in a darkened room, in a dirty, derelict building, somewhere in the Pacific. Around 10. Ten shots. Around ten. Ten shots. Around ten. Так, а там положим за спину. Да, сиськи. Six left. Так. Идем дальше. Или мне на дорогу лучше выйти. Идем на дорогу. Ой, я что-то заметил. Что-то ходящее. А-а-а. Oldest of our recreations by 50 million years. Честно, не люблю. Давай сохранимся. Ну, всякие пожарные говорят. А. New save game. Давай. Сохранимся. А, окей. Все, возьми. He really did it. Now that is an incredible smell. Микрон трясется.
Ой-ой, не убей. Не убей хвостом. Ёб твою мать. А, мы спали ночью. А, да, выстрел на пробел. Вот это вот. Необычно для меня. Нет, 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 нет. Фак. Отстань мне. Тупое полено. Как вы думаете, если был Майнкрафт такой, было бы круто? Хотя, наверное, Майнкрафту этого и не хватает. Six left. Ну. А, окей. Я понял, к чему вы клоните. Six rounds. Хитрые бабайки. Так. Идем дальше. Какие-то еще коробки. I knew all along this was a stupid idea. They're probably out drinking right now. Anne? Anne who? Машинка. О, Дигл. Ладно, у меня револьвер. А я круче. Что это было? Что это за звук противный был? О, ёб твою мать. Так. Ты едь. Чё, не понравилось? Не? Тихо, хедшот. Совсем не нравится. Кот, ты идешь, иди сюда. Я вас истреблю тут всех. Бля, да хоть так ходить тебе. Чё, умер? 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 Сколько мне там осталось? Сколько? Идем, возьмем Дгл. Мы будем с Дгл убивать. Eight shots. 8 патронов. Окей. Так, тут что у нас? Ну, залезем давай. The technology, the real trick of it, is still in there. In a darkened room, in an empty building with a dirty floor, it waits. The flashpoint, the origin of Jurassic Park. Okay, мы залезли. A forest this wild, this unknown, has not been seen by any human since the great hunters of the early Pliocene.
Подожди, как там еще было? Нет. Around 10. Да. 8 shots. A forest this wild, this unknown, has not been seen by any human since the great hunters of the early Pliocene. Так, ты опять где-то слышал? Че, за мной идёшь, да? Гадёныш. Да, я понимаю, почему мне было так страшно. Тут физика есть. Native to China and Mongolia. Хотя. Packard, quite vicious and quite intelligent. This was the place. This used to be just an urban myth. Так, а теперь что мне здесь нужно сделать? Ну, идем наверх. Поднимаемся. По ступенькам. Хоть. Welcome to the city of tomorrow. О, черт! Даже обратно. Welcome to Site B, an InGen research facility. For centuries, six mankind rounds. Has six rounds. Dinosaurs. The largest land animals ever to have lived. Now, thanks to breakthrough technology. Так, не хочу проверить. Five, three, one, empty. Бочки не взрываются. Возьмем арматуру. На двери. Где открывается хоть? Нет, походу не очень. Да. Положим арматуру вниз. Дот. Опа. Опа. И чё? Прыгаем вниз. Вау. Ну чё, перепрыгнул, да? Так, рука. Eight shots. Как у нас тут же? Так. An idea brought me awake one morning in New York. I almost didn't write it down. What if a mosquito sucked the blood of a dinosaur 100 million years ago? The insect is then covered in tree sap, which, over the millennia, becomes amber. Oh, fucking shit, что это такое? Он будет на меня охотиться? Или он травоядный? Кто мне скажет на милость? The insect is preserved perfectly. But you see, and here's the clever part. Wouldn't the dinosaur blood be preserved as well? А вот это будет нападать, это 100%. The blood holds DNA. A tiny spiral of genetic code. Абракадабра. Абракадабра. Ну не трогай меня, ну поезжайся. О, убежал. Мишняк. Или нет? Или да? А, он пошел охотиться на другого. Ну-ка.
Когда он закончит с ним, он за мной пойдет, так что убегаю. Ибо моя сиська не выдержит. Так, тут что такое? Sunlight angled down through the dusty air in Norman's office, and I leaned against a solid oak table as I outlined my plans for International Genetic Technologies. Махает тоже. Вот, это шлем. Его нужно как-то одеть. Здесь инвентарь. Нету. Инвентаря нету. Значит, эту какашку бросим. Я понял. Я вас понял. Так, F кидать. Ху. Оп, блядь, я закинул, что ли? Ого. Сработало. Ладно. Чего мне там не хватает? 8 shots. Фух. Да. It was the flowering of an ambition born 50 years ago. 50 years struggle come to this. 15 years. Так. О, домик. Ну же тебе не вижу, да? Засранец. Что это такое? Что это такое? Какашка? Опа, мячик. Трехочковый. Ура. Так, я так понял, мне нужно six rounds. И расхерячить это все дело. Looks like seven. Похоже на семь. Так, что тут у нас будет? Тут. Блин, а карта есть какая-нибудь? Вдали квадратный пейзаж. О, и дракон. Рептилия. А ну на. Я тебя спасу. Подожди. Я отпустился. Не трогай его, ты. Подожди. Пох. Сейчас спасу. Где еще один? Он убил. Молодец. Сработано на десяточку. О, что это было? Где? Хотя. Так. Ну ладно. I rode south along the coast, bus stationed in the early morning, eating vending machine food in the fluorescent light, stepping out of the bus in Mexico City. I shouldered my knapsack, felt the heat wash over me.
It's good to be alone. Be nobody for a while. Хорошо, куда нам дальше? Скорее смешно. Так. Это телефон. Это телефон, это кусок хлама. Ты его испортил или? The main switchboard is temporarily unattended. Please contact your supervisor. Да. La computadora principal está temporalmente fuera de servicio. Por favor, contacte a su supervisor. Окей. Значит, все. Three shots. Значит, мы тут сейчас будем. Incoming! Не напомните, какая кнопка достать пушку? Пошел отсюда. Я. О, вот она. А! Черт подери. Three shots. Я иду к тебе. Засранец. Поговорим, не? Тут был ясный победитель. О, 7. Looks like 7. Давай поменяемся. Так что ты мертв. Так. О, вот так вот еще. Опа. Six left. Looks like 7. Будем с пистолетом ходить.
6 left. Ну, я так понял, я упал. Упал на самолете. И теперь куда-то я иду. Чёрт! Ты кусок дерьма. На. Блин, тебе потом надо. Кеморрой. Он меня не ранил даже. Сиська показывает, что не ранил. Так. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Окей. А, чё? One shot left. Seven shots. Я тебя вижу. One shot left. Нет. Что там такое? Окей. Все еще не упало. Упало. Что это такое? Да это... Это же... Пять вроде. Нет. Какой-то другой. Хз. Не помню. Так, нужно этот отнести. О, как я классно. Я не запрыгнул. Вот. Чёрт. Hasn't been used. Да блять, что тут творится? Feels full. Так. Ого. Ваши кости. Это означает ничего хорошего. Мне дали автомат. Большие кости. Ну, еще не хватает Тирекса. Ну. World is a sort of scientific myth, an evolutionary scenario in which an ecosystem is isolated and preserved. The rest of the world changes, leaving a tiny, fragile pocket where ancient species survive. Yada, yada, yada. Осталось. Что-то не хочу стрелять. Надо сохраниться. Ёптрай. Не хватало еще умереть это. Ну, я так понимаю, эти драконы все клоны, сделанные доктором каким-то. Вау.
Winstrat guns, by the way, Swedish made, unbeatable for accuracy and rate of fire. Four. In the winter, we began building the supports for the elevated transit system that would unify the island. Concrete towers rose through the jungle canopy. Не подходи, видишь? А, транквилизатор. Транквилизатор. О, они дерутся. Прикольный транквилизатор. Двигайся. Интересно, надолго? А мы сейчас проверим. Рыпнешься, и тебе пиздец. Походу надолго. Блин, у меня один патрон. Ну ладно. One shot left. Блять, нечаянно. Привык прыгнуть на пробел. И тут один патрон. One shot left. Но знаешь, ты мне не нравишься. Я тебе сразу скажу, да. Понял? Иди отсюда. Беги отсюда, я тебе разрешаю. Куда я тут, блядь, лезу? О, нет, только не это. Она очень любит застревать в текстурах. О, что там? Надо спускаться. Нет, это я возьму. Спущусь. Не хочешь убегать? Дерп, блях что. Найдем, посмотрим, что за пушка. Берета. О. Round 10. 10 shots. Я понял, для чего это. Ten shots. Блин, а прицелиться можно? Да, звук Counter-Strike. Seven. Блин, я думал, можно взять с собой. Казалось, шишку. О, я же не перепрыгнул, блин. Вот дерьмо. Или перепрыгнул. Curving up out of the southern basin, the Atherton Causeway would bring visiting scientists north from the southern beach. Тут очень много где. Well, they certainly were serious about their monorail. Ну, по крайней мере, мне кажется, мне не надо было на нее лезть. Так, так. Я был прав. Зачем там Беретта тогда стояла?
И, фак. Нет. Птичка пережата. Нет. Блин, а тут опасно. Я тебя вижу. Хочешь меня изнасиловать, да? Хрен тебе. О, черт. Ну ладно. Недалеко. Да, тут нету чекпоинтов. Если не сохранился, это полный пиздец. Feels full. Two shots. Lindstedt guns, by the way, Swedish made, unbeatable for accuracy and rate of fire. In the winter we began building the supports for the elevated transit system that would unify the island. Concrete towers rose through the jungle canopy. No! Не испугал. Ну это единственное. Around 10. Я крутой. Слушай, а его ёбнуть можно вот? 8 shots. Four shots. Идем. Куда мы идем с питочком? Большой секрет. Тебе бычок. Так. Да. Так, мне как-то нужно это перепрыгнуть. Если я не перепрыгну, мне будет очень больно опять. Опа, о, теперь прыгает. Не всегда еще прыгает. Персонаж. Рычит. О, мне нужно перепрыгнуть. А я имею. Мне не надо. Тим-тим-тим-тим. О. В общем, тут. Тут я уже не перепрыгнул, да? Да? Эй, вылезай. Ладно. Я тебя видел. А нет, я спускаюсь к тебе. Опа! Чёрт. Три. О? Two.
ну встань с арматуры. Ого! Фига себе ты. Где еще пушка-то? Блин, ну как с хвоста дал. Видели? Ладно, жизнь хоть в порядке. Походу, мне нужно было... Что это было? А сколько мне там было потом? Бля. Точно не нужен. Хоть. Тяжело как забираться по этой херне. О, ну ладно, попробуем. Ну, блин. Давай. Я знаю, ты можешь. Вот так вот. О, камон. Это же не специально. Люка. Так. Ну, наверное, конец карты. На этом мы закончим первую серию. Моя рука. Сейчас я пройду это дело. Опа. Прошел. В общем, закончу на этом серию, так что, если вам понравилось, конечно, ставьте лайки, если не понравилось, ставьте дизлайки, и до новых встреч. Пока-пока.